Джессика Вартухен – это первая леди ногтевой индустрии. Именно она придумала систему Джессика. В эту систему входят все виды маникюра – традиционный, тот же обрезной, аппаратный и как спа-программа. У нее очень интересная уникальная технология, потому что она лечит натуральный ноготь. Эффект видно сразу, потому что это запатентованное средство, это мировой бренд. Люди в восторге. После маникюра Джессики они не хотят переходить на простой маникюр. При процедуре педикюра мы пользуемся косметикой The Claus. Это уходовая косметика мягкого, приятного действия. У них девиз – это максимум натуральных биологических активных веществ и минимум химических компонентов. Косметика Гидроматрикс – это вариант безинъекционной мезотерапии. Применение низкомолекулярной гиалуроновой кислоты вместе с регуляторными и матричными пептидами. Первое, что мы начинаем наносить – это деструктурированная гиалуроновая кислота. Она является низкомолекулярной, поэтому проникает в глубокие слои кожи. Препятствует возрастным изменениям, птозу, вялости, повышает увлажнение кожи. Мои занятия отличаются от других, конечно, собственным подходом. Я специально подхожу к каждому клиенту, клиентке так, чтобы она почувствовала свою значимость на занятии, чтобы ей было комфортно, удобно и она не стеснялась. Обслуживание великолепное, доброжелательный персонал. Здесь очень красивые люди, девушки всегда заражают позитивом. Мы любим здесь бывать с подругами, и нам здесь очень все нравится. Кажется, что тебя здесь ждут одну, никогда не бывает очередей. Приятно, что в Санкт-Петербург пришло настоящее европейское качество. Я бы сказала, что это не просто салон, а это уже клуб. Когда приходишь сюда, то не только телом, но и душой отдыхаешь, забываешь обо всем.